К физической нагрузке колоссально прибавляется еще прострел. Гол! Алексей Угаров! Какая МВД выходит в финал Западной конференции? Да, ликование, наверное, как Кубок Стэнли, да, выиграли. Но для ХК МВД действительно это выдающееся достижение. Мы смотрим, как второй голкипер Алексей Волков обнял Гарнета. У Гарнета, по-моему, сил нет бежать на другую сторону площадки, где все обнимаются. Да, он решил, фантастическая развязка. Он решил подождать всех. У него даже сил, по-моему, нет радоваться. Фантастика. Первая атака ХК МВД. Мне кажется, они просто, ну, что называется, на зубах, на морально-волевых заставили себя доехать до чужой зоны. Но и рижане, конечно, тоже очень устали. Браво, ХК МВД. Теперь у вас будет время для того, чтобы отдохнуть и подготовиться к финалу Западной конференции.